Дорогие друзья, здравствуйте, вы на канале Boston Technic, с вами Александр Полулях. Сегодня к нам в продажу поступил МТЗ-92П. Сейчас я вам подробно все покажу, расскажу. Спешите приобретать его, он находится у нас в городе Волгограде. Также мы открылись в городе Ставрополь, улица Коломийцева, 29. Сейчас я вам покажу технику. Дорогие друзья, перед вами МТЗ-92П 2019 года выпуска. Трактор в отличном техническом, в отличном внешнем состоянии. Нареканий к технике не имеется. Данный трактор оснащен двигателем D245 с турбонаддувом, развивающей мощность 90 лошадиных сил. Балочный мост установлен. Данный трактор рассчитан на более высокие нагрузки на переднюю ось. Можно использовать его в качестве погрузчика. Коробка здесь установлена механическая, ступенчатая, с рельс-редуктором, с однорычажным управлением и с блокировкой 9 передач. Сцепление здесь фрикционное, однодисковое, постоянно замкнутого типа. Количество передач 8 вперед, 8 назад. Управление очень легкое и доступное, даже для начинающих трактористов. Наработка у данного трактора 1070 моточасов. Это его реальная наработка, не скрученная. Легко и просто. Дорогие друзья, приезжайте к нам в город Волгоград. Выбор техники большой. Выбором останетесь довольны. Доставка техники у нас есть. По всей России доставляем своими эвакуаторами. Также мы есть в городе Ставрополь, улица Коломийцева, 29, если кому-то далеко Волгоград. Приезжайте, прилетайте, дорогу компенсируем вам. Ждем вас в гости. До новых встреч!